Я вас приветствую, друзья, коллеги, уважаемые гости. Значит, вы побывали у нас в центре сегодня, ознакомились, посмотрели, между собой познакомились. В общем, наш центр открылся в 2014 году. Значит, входит в него продюсерский центр, студия звукозаписи, значит, ремонтная мастерская и школа по звукорежиссуре. Ну и в нее еще там есть подразделение у нас, школа по игре на музыкальных инструментах. Вот. Непосредственно, если говорить о студии, значит, у нас преподают, можно сказать, живые классики. Это вот Николай Порса, Илья Со. Они же работают, они же преподаватели у нас в школе. Также у нас преподавательский состав, который профессионально будет заниматься обучением взрослых и детей владению музыкальными инструментами. Мы еще занимаемся тем, что сотрудничаем с различными образовательными организациями, в том, что мы обучаем студентов, приводим их себе на практику, в общем, от умения держать паяльник и до владения, так сказать, элементами звукорежиссуры, записи и всего того, что относится к музыкальной индустрии. Собственно, еще быстро. Вы можете, вернее, все уже походили, посмотрели, пощупали, познакомились с нашей студией. В общем, здесь у нас еще за стенкой существует сервис по ремонту музыкального и светового оборудования. Мы занимаемся этим профессионально, возможно, у кого-то будет необходимость. Отремонтируем все, что, значит, возможно. Все, что играет. И все, что, все, что играет, и светится. Все, что играет, и светится. Да. В общем, ну, официальная часть у нас, не будем мы ее растягивать. Я передаю слово. Да, мы же должны. Конечно, у нас же классики должны. Следующий у нас Илья Вангадович Со. Да. Ну, я очень рад, что ребята наконец запустились. Вот, место само по себе очень хорошее здесь, удачное такое. То есть от метро 100 метров все почувствовали прелесть, кто здесь первый раз был. Кто сегодня первый раз, да, здесь. Есть возможность здесь заниматься и преподавательской деятельностью, и заниматься и студийной деятельностью. И мне очень понравилось то, что я не знал этого раньше, что у ребят прямо здесь ремонтная мастерская образовалась. Вот. Это для музыкантов и для режиссеров, и для всех, кто связан как так или иначе с оборудованием, это, конечно, здорово, потому что прямо здесь, в знакомом месте, можно все это дело отремонтировать, сделать.